Всем привет! И с вами снова канал Ontario 365, и это видео снято специально для канала Heavy Metal G. Обычно я снимала рецепты с использованием мяса, ну а сегодня я решила приготовить рыбку, и не обычную, а морскую. И для этого рецепта нам понадобится скумбрия, зелень, 1 лимон, 1 луковица, соль, перец, а также фольга. И начнем с того, что нарежем зелень. У меня это был укроп и петрушка. После чего добавим соль и перец. Все это хорошо вымешиваем ложкой, немного придавливаем для того, чтобы зелень пустила сок, можно это даже сделать руками. Затем лук нарезаем на полукольца. А сейчас я вас хочу пригласить к себе на канал Ontario 365, где вы сможете посмотреть много других полезных, вкусных и некалорийных рецептов, которые действительно порадуют вас и ваших близких. Затем нарезаем лимон, я использовала где-то 2/3 лимона. Такая рыбка получается действительно очень вкусная, ее несложно приготовить, занимает она немного времени, и также она отлично подойдет для вашего обеда. Скумбрию я заранее очистила от всяких внутренностей и черной пленки, и затем я ее хорошо промыла. Теперь все внутри мы хорошо присаливаем и приперчиваем. А также совсем недавно у меня на канале вышло новое видео «3 рецепта ленивой овсянки». Эта овсянка готовится безумно быстро, занимает у вас немного времени, и особенно она подойдет для тех, кто не любит готовить по утрам или у кого нет на это времени. Так что заходите ко мне на канал Ontario 365, ссылка будет под этим видео. И также солим и перчим только одну сторону скумбрии. А теперь на форму для рыбы я выкладываю фольгу. После чего отправляю туда половину лука. И немного лимона, 3 дольки. Это я делаю для того, чтобы создать воздушную прослойку между рыбой и фольгой при помощи лука и лимона. Также они дадут сочность этому блюду и пикантность. Затем туда же отправляем рыбу, но кладем стороной, которую мы уже посолили и поперчили. То есть сейчас сторона, на которой мы будем работать, у вас не посолена и не поперчена. А теперь зеленью начинаем эту рыбу.
Также туда отправляем лимон. И вот теперь мы перчим и солим оставшуюся нашу сторону рыбки. Затем сверху опять выкладываем лимон и лук. И вот теперь мы закрываем фольгу и хорошо укутываем нашу рыбку. И отправляем в разогретую до 190 градусов духовку где-то на 40-30 минут. Я ее приготовила, затем просто выключила духовку и дала ей там еще постоять. Вот такая аппетитная рыбка у нас получилась, и ничего не прилипло, и все вкусы остались внутри. Если вам понравилось это видео, то обязательно оставляйте под ним лайк и пишите свои комментарии. А у меня сегодня все, до новых встреч, пока-пока!